Мы поздравляем нашего ветерана Юрия Борисовича Лапшина. Он родился 10 декабря 26 года в селе Архангельское. А потом началась война. В 43-м году после военного училища Юрий Лапшин пошел на фронт. Воевал в авиационном полку Украинского фронта, освобождал Польшу. А после войны продолжил службу в Советской армии. Агитбригада поздравила героя Великой Отечественной войны с Днем Победы. Поздравить героя и спеть любимые песни под окнами ветерана. Артисты из Одинцовского центра культурного развития и театра песни «Лилиум» в этом деле не новички. К поздравлениям с портретами своих героев поспешили присоединиться и жители дома. Нашего ветерана мы знаем, раньше встречались, но поскольку он сейчас уже не выходит на улицу, поэтому мы его не встречаем, но память живет. И в этот день мы пришли его поздравить и вспомнить наших дедов, отцов, которые не вернулись с войны. А так агитбригада встречала участников Великой Отечественной войны с главного парада победы страны. Уважаемые жители, с нами сегодня Константин Сергеевич Федотов, наш замечательный прославленный ветеран. Константин Федотов, Геннадий Ковалев и Николай Муравьев – герои Великой Отечественной войны. Количество наград на кителях не счесть. Сегодня их прикрывает только верхняя одежда. 9 мая в этом году выдалось дождливым, но тем душевнее и ярче артисты дарили ветеранам свои песни. Как будто ветры с гор трубят солдату сбор, дорога от порога далека. Матвей Рыбалкин признается, выступать для ветеранов и исполнять фронтовые песни – большая честь. В каждой строчке видит глубокий смысл и старается передать свои чувства. Я пел сегодня песню «Не плачь, девчонка». Я понимаю то, что не все потеряно. Даже если человек умирает, его след остается на свету. Так что нужно всегда помнить своих предков и знать, какую они сделали, какую они проделали работу, чтобы люди жили мирно и в добре. Для нас, нашего поколения, сложилась жизнь таким образом, что 17 лет пришлось идти с оружием в руках защищать нашу родину. После речи ветерана самая главная песня, слова которой, пожалуй, знают все. Праздник без преувеличения, со слезами на глазах. Вот уже 79 лет Россия отмечает самую важную дату в нашей истории. Обняли ветеранов, сделали фото на память и сказали спасибо за то, что мы есть. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».